gritando lá dentro da cidade. É pueblo unido, jamás será vencido. É pueblo unido, jamás será vencido. Здравствуйте, товарищи контрабандисты! Надеюсь, у всех у вас руки здесь чистые, сердца горячие, а мозг холодный, с бананами, анчуи, все станем свободны. Сергей, покажи птичку, пожалуйста. Очень интересная птичка. Марш народом. Замечательно. Причем это особо эндемичный вид, который живет исключительно на территории Анчури. Вот в правой лапе у него банан, а в левой это брюшко из конопляной. Нет, как у своей. Причем банан, что важно, розового цвета. Что имеет определенный намек на первый альбом Velvet Underground, о чем, конечно, специалисты в курсе. В общем, Анчурия — это маленькая республика в Южной Америке. Она располагает лишь тремя вещами — бананами, честью и свободой. Первым, Анчурия торгует официально, второе и третье поддерживают анчурийские контрабандисты. Для них честь и свобода — незыблемая святыня. Именно их несет народом анчурийская русскоязычная газета «Ля Фронтера», рассказывая правду о Анчурии и миру. Сейчас мы зачитаем несколько статей из «Ля Фронтера», чтобы было понятно, о чем речь. Газета содержится в интернете, и я надеюсь, она еще сюда сегодня доберется, несмотря на пробки.